будущее моей дочери. Сакральное для, для меня имя Василиса. Место рождения – Донбасс. Род занятий – шпион-снайпер. Армия – ДНР. Захвачена нами. Расстреляна 3 недели назад. Запись расстрела. Записано. Носитель – флешка. Флешка была в машине. Машина сожжена. За день до расстрела один из солдат пришел с ней бухнуть водки, потому что он не мог этого выдержать. Когда она увидела разлитую водку по стаканам, она сказала: «Мне конец, братишка?» Он сказал: «Да», после чего они чокнулись. После чего этот солдат, его зовут Мишка, я очень люблю этого человека, я ему посвятила даже целую книгу. Сейчас он на ротации, он не на войне. Он ушел с войны. Он ходил к 4 капелланам. Ни один из 4 капелланов не сумел ему помочь. Потом он пошел ко мне. Сказал, что стало легче. Попросил написать, только изменить фамилию. И все изменить. Фамилию, эпоху, время. То есть сделать из этого что-то встречу. Степанида, 17 лет, превосходный снайпер, первоклассный шпион, в досье 50 голов. Она целит с далекой крыши в блоху на скальпе, забивая десяток против 0 голов. Степанида, башка под бокс, тренировки в тире, доброволец, едва-едва началась война. Ее мама Ивана молча спилась в квартире. Не давайте бабью пацанские имена. Степаниде уже исполнилось 18. Кровь течет, как вода и водка, двойной струей. Степанида умеет лыжей скользить по насту. Степанида умеет юркать траву змеей. 19 не исполнилось. Папиросы милосердны в плену. Боль, провод, короткий ток. Пик доверия, все вопросы, на все вопросы. И удобный блиндажный крохотный флигелек, где ее продержали теплый матрас на вате, жрачка, спирт, даже пытка длится не час подряд. Какой-то убитый богом смешной солдатик, перед этим зашедший хлопнуть по 50. Мне конец, дорогой, а ты догадайся, Ляля. Очень долго молчали, билась пчела в окно. Степанида, Макара, как ее расстреляли, не узнала, уснула, видео сожжено.